Два проекта у нас работают в буферной зоне. Это проекты, которые направлены на предоставление медицинской помощи, гуманитарной помощи в виде продуктов питания, а также, безусловно, это помощь по восстановлению разрушенного жилья, по предоставлению средств к существованию, поскольку мы используем такой формат работы, как cash for work, когда мы нанимаем людей из числа местных жителей для выполнения неквалифицированного труда, и за это мы делаем для них вознаграждение в виде заработной платы. Ну, мы оказываем тем, как раз, кто у нас на сопровождении деткам, то есть они у нас первоочередные, это все виды оздоровления, какие-то там мероприятия направлены на восстановление эмоционального, позитивного такого самочувствия. Ну и, конечно же, пожилые наши, которые находятся на опеке, наши бенефициары, то есть им мы первоочередно оказываем и медикаментозную помощь, и как раз психологическую. То есть они у нас, а потом уже родители, учителя, к нам педагоги обращаются, тоже есть такое. Меня зовут Марина Данилова, я волонтер украинской армии. Основная деятельность группы моей — это поддержка медикаментами, потому что это слабое звено сейчас на фронте и на зоне военных действий. Я уже не говорю зона АТО, это зона военных действий. Это волонтеры берут на себя функции государства, да? Обеспечение лекарствами, это помощь, сопровождение, это эвакуация. Общую победу. Я делаю все, что могу.